Южный обход Нижнего Новгорода сегодня был усеян белыми кроликами. Их ловили и собирали по всей дороге. Дело в том, что водитель «Газели», который перевозил прицеп с кроликами, не справился с управлением и врезался в отбойник. Кроликов было 9 тысяч, большинство прямо в клетках рассыпались по дороге, некоторые выбежали и их ловили, а 40 штук погибли. Они в кузове находились, просто мы очень долго скользили по дороге и их разбросало. На несколько десятков метров все это было разбросано. При тормозном пути зацепила отбойник и легла машина. Да? Получилось так. Я просто водитель. Меня наняли груз перевезти, я перевозил. По стечению обстоятельств получилось вот так. Водитель должен предусмотреть все опасности, которые есть на дороге. Даже если дорога была скользкая, он должен был это увидеть заранее и понять. Самое главное, все живы. А это железка. Она восстановится. Живность это живность. Я не могу за это ничего сказать. Заказал диспетчеру новую машину сменную. Сейчас повезем дальше. Они умрут через несколько часов все равно. Потому что из них сделают колбасу. Они прекрасно прожили 3 месяца своей жизни. Их кормили, поили, они были в тепле, за ними ухаживали. Теперь их ждет обычная судьба любых домашних, не домашних, вернее, животных, а сельскохозяйственных животных. Кстати, владелец кроликов за погибших животных намерен взыскивать компенсацию с водителя «Газели».